Приветствую вас, дамы и господа, с вами Дон Стрэнджер, а это прохождение Elden Ring, часть 16. Как и обещал в прошлой серии, погнали охотиться на дракона. А вот и он на этом озере, на самой первой локации. Так, ну что ж, по предыдущему дракону мы знаем, что холод на них хорошо действует, ну, на гнилого, по крайней мере. Этот пуляется огнем, так что... Возьмем холодок, да бахнем тоже холодом, посмотрим, насколько он уязвим. Так, посмотрим, насколько он уязвим к огненному урону своему. ...465, да. Холод определенно лучше. Ну и этот дракон, конечно, ни о чем. По сравнению с тем... Не зря он на первоначальной локации. Стой! Отлично. Отлично. Драконье сердце одна штука. И в драконьем... Появилась новая сила. Возможно, огонь будет его. Так, хорошо. С этим драконом разобрались. Что тут творится на озере? О, краб. Ха, крабик, ты что там делаешь? Он там что-то охранял? По-моему, редкий предмет. Летрины. Еще один крабик. Тут, по-моему, должна быть пещера. По карте еще было видно. Посмотрим, что в этой пещере. Туннель за могилья. Вау. Погнали. Хм. О. Хм. Там можно спуститься, там можно спуститься. Я просто открою здесь возможность сюда идти. Я могу отсюда телепортнуться? Нет, не могу. То есть мне нужно подниматься. Ладно. Сколько тут проходов. Интересное местечко. Нужно будет тут побывать. Обязательно. Так, сколько мне нужно до... 15 тысяч до уровня. Так. Куда дальше? Ну, у меня появилось два драконьих сердца, так что телепортнемся в храм. Сюда, получается. Собор, драконье причастие, не храм. Это собор. И купим за два сердца. Ну и... Ух ты ж, нифига себе, пламя Эгхила. Превращает в дракона Эгхила, изрыгающий огонь в полете. Это просто огнедышащего дракона. И требуется вера 23. А у этого требуется вера 23. Требуется два сердца, требуется два сердца. Гниение мне показало, что более крутая тема. В плане того, что... Оно гнилью заражает, и противник постепенно помирает, в отличие от огня. Так что лучше я это куплю. Потом уже буду Эгхила.
Я, походу, эти сердца съедаю. Вот откуда у меня появились эти глаза. Драконьи. Так, 14 тысяч. По статусу у меня 15 тысяч нужно. А в инвентаре у меня нету консерв. Окей, значит, нужно кого-нибудь убить. Хм. Как раз попробовать гнилое дыхание. Тут рядом как раз рыцарь ходит. Так, изучить чары. А, я не могу этим гнилым дыханием пользоваться, потому что 23 веры. Угу. Да и для вот этого нужно мне 17 веру прокачать. 24. Надо веру качать, короче. Драконья пасть. Тоже, наверное, классная штука. Качаем веру. Но для начала... Где у меня там драконий... Вот этот. Эй. Эй, рыцарь, ты где? Иди сюда, я тебя сожгу. Для начала бэкстеп. И... Гори, гори, ясно. Он не захотел гореть. Ты какой хитрый. Ты... с копейкой меня наказал. Вот гад. Ладно. От хитрюга. Они неожиданно бывают сильными. Дубль 2. Делаем раз. Отходим подальше. Сказал подальше. Делаем два. Интересно, в прошлый раз я его таким образом ваншотнул. Ну, ладно, можно и так победить. Фокусник падает по 623. 623 копейки. Ладно, этого хватит. До 15 тысяч или нет? 15 052. А нужно 15 682. Да, занимаемся фигней. Эй, рыцарь, у тебя есть еще один шанс отыграться. Ой, не то. А где бэкстеп? Ладно. Ничего не дропнул. Жаль. Не буду бежать. 675. Неважно. Так. Кстати, у меня стрелы немножко подзакончились. Ну ладно, это как-нибудь после. Я хочу... Правильно. Телепортнуться, наверное, сюда. Обратно. Торговец Калле. Да. И завалим местного рыцаря, который тут ходит на коне. Не хватает чуть-чуть. А, кстати, ты мне что-нибудь новое скажешь? Тебе удалось преодолеть все трудности на пути к замку Грозовой Завесы и даже побывать в крепости Круглого Стола. Мои искренние поздравления. Но как тебе удалось туда попасть? О, можешь не говорить. Когда-то в эту крепость стекались прославленные воины. Теперь же они стали прибежищем для всякого сброда. Боюсь, тебя постигло ужасное разочарование. Ни в коем случае я не виню тебя. Но поверь, все не так печально.
Почему бы тебе не заслужить свое место? Как говорится, вперед из песней. Мне не нужно там место. Да, понимаю. Может, оно и к лучшему. В конце концов, ты же просто нищая душа. Выше головы не прыгнешь. Но имею в виду, если ты вдруг осознаешь свою ошибку, я всегда готов тебя выслушать. Странный тип в кроваво-белых тряпках. Тоже мне тут... пытается учить всякому. Птички. На ком тут можно копейки набить? Та. На этих зверьках 6. Жесть. Маемся фигней. Не, ну, с них тонкие звериные кости падают. Так что не совсем фигней. И... хватает. Отлично. Ману прокачать, может быть? 96 маны. Веру. Сколько там? Аж 23. Я бы хотел бы до 100 уже УК докачать ману. А потом уже вкачиваться в веру. Да. Ну что ж. Погнали, завалим этого рыцаря. Так, где? Огонек, холод. Чем бы его бацануть? Например, огнем. Если что, кровотечением фигачить будем. Я не хочу сюда никого призывать. Хочу в одиночку его завалить. Это что там, медведь ходит? А, нет, косуля. Слишком близко, по-моему. И лови огненное дыхание. Что-то на него огонь не так уж хорошо действует. Это плохо. 91. Как насчет такого? Плохо. Ладно, иди сюда. Не, ну у меня есть еще мана, так что... яд. Это что за поворот такой? Вы не офигели, мистер? А ну те, идите-ка сюда. Оу, нифига себе. Давай на равных.
Иди сюда. Сколько ж у тебя хпшек? Кстати, я его отравил. Ай. Все? Ладно. Пойдет. Странный бой получился. 3200. С него упало всего лишь. Золотая алебарда. Алебарда. Вдруг она от ловкости скелится. И где? От веры скелится. Золотой обед. Д от веры. Силы, то есть ловкость не очень. Окей. Увесистая алебарда, выкованная из золота. Из золота? Один из элементов тяжелого снаряжения ордена Стражи Древа. Наносит врагам святой урон. Ай, правда, 87 святого урона наносит. Искусно созданное оружие, обладающее заслуженной славой и неподъемное для простых людей. Навык Золотой Бед. Да, 30 сил требует. Да. Вышло странно, но победно. Так, какие тут дела еще пооставались интересные? Насколько я справлюсь с тем драконом в подземке? Ой, драконом. С той глистой деревянной в подземке. Погнали и узнаем. Ух, спустя 15 частей мы сюда вернулись. Так, что мне там понадобится в бою с этой... С этим гнилым червяком? Или что оно там? Огромным червем, древом, духом, кто он там, неважно. Чары и молитвы. Так, во-первых, яд... Нет, не понадобится. Холод. Я, наверное, не успею дыхание вот это все использовать. Скорее всего, да. Ну, план был такой. Щит... И плюс кинжал, который наносит кровотечение. Я тогда в самом начале, в самой первой серии еще смог ему кровотечением неплохо урон нанести. Так что, во-первых, я хочу поставить так. Отравить его? План ли это? Замедляет накопление кровотечения и обморожения. Так, он кровотечением не фигачит. А это накопление яда и лечит отравление. Так. Его бы гнилью бы пофигачить. Но я не успею скастовать. Просто гниль. Это древо... Этот червь слишком быстрый. Возможно, вот этот быстрый поджог мне подействует неплохо. Но попытки не пытки. А сколько мне там маны понадобится? У меня нету косточек. Не хватает золотых семечек. Окей, распределить фляги. Я думаю, мне две фляги хватит маны. Если что, я же говорю. Первое, что это кровотечение. Плюс еще нужно узнать. Нужно узнать, как попасть в некоторые помещения, в которых я тут не был. Интересно, у меня сейчас защита от яда больше? Или меньше? Вроде бы больше. Так, колесница. Насколько я могу... Она уже едет сюда. По-моему, нужно направо тут. Ай-яй-яй-яй. Хм,
Здесь можно спрыгнуть. Да, там нужно дальше спрыгнуть. Погнали. Вот как вот в то помещение попасть? Вот где сидит вон тот тип. Вот это мне интересно. Может, тут есть лестница? Скрытая какая-нибудь. Здесь нет. Да здесь не вижу. Нету тут лестниц. Ай-яй, я сейчас так погибну. Фух. Успели. Как же попасть туда повыше, интересно? Так, где тут эти бесы мелкие? Отлично. Теперь-то с таким мечом вы мне ни о чем. Ну давай, иди сюда, ты. Мелочь пузатая. Кузнечный камень. Это хорошо. Ого! Фига защитила меня от огня. Я не вижу, куда бежать. Ау. Там нет, нету наверху. О, ой, сейчас меня приплюснет. Нет? Ха. И что это делает? А ты стреляешь только в одну сторону? А, так, я заблудился. А здесь есть проход? Такое ощущение, что должен быть. Алло, откройте. Что пишут? Впереди лжец. Чудовище, чудовище. Атака не поможет. Кто ты? Чё? Ай. Девяносто четыре. Молниевая смазка. О, такого у меня еще не было. Это хорошо. Так, и мне только сюда. И путь мне ведет вниз, а не наверх. Вау. Огонь. Нифига себе, тут скрытая локация еще. А наверху ничего? Бегство не поможет. Ха. Там внизу что-то есть. Ага, вверху, смотри, кто-то сидит. Я вижу его. Ха-ха. Неужели босс? Слайм? Внизу надписи, значит, можно вниз прыгать. Лук. Да. Вон оно сидит.
Это краб? Алло, слезай оттуда. Я сказал, слезай оттуда. Да ладно, это же... Вот это прикол. Это первый босс. Нифига. Так, стоп, 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 стоп. А ты сюда пролезешь? Он сюда пролезет. Гори. Сейчас бы гниль не помешала бы, если честно. Вот это прикол. Первый босс как рядовой противник тут. Так, окей, у меня маны больше нет. Перейдем туда. Что тут оно охраняло-то? Милость древа Эрд. Я его спокойно бы убил бы, если бы он был бы один. Так, второй не агрится. Абьюз? Ау. Фига себе, там противники, оказывается, прячутся. Два первых босса. Так, сортировать нет. Пепел войны. Какой пепел войны? Изучить чары молитвы и взять гниль. Холод не очень действует на него. Так, пепел войны. Нужно ли больше маны? Нет. Думаю, столько хватит. Погнали. А, я забыл посмотреть, что я там вообще подобрал. Нужно сейчас будет поглядеть. По-моему, в ключах нужно смотреть. Так. Нет, я ошибся. Не понял. Я думал, что-то важное. Прям супер важное. Либо я его не вижу. Но это не магия. И не способности. И не талисман. И не... Что я подобрал? Я уже по одежде пошел. Ага. Это как раз таки талисман, да, типа. Так, увеличивает максимальное здоровье, выносливость и вес снаряжения. Оу. Вот это да. То есть я мог с самой первой серии взять весьма хороший талисман. Но оно хуже, чем у меня сейчас. Да, у меня не уменьшается при этом талисмане защита.
Так, сейчас дождемся. Ну так или иначе, оно лучше. Могила героя. Я вообще-то на червяка шел, а не на вот этого вот. Зачем я так делаю? Кто его знает. Да все-таки интересно, как туда попасть выше. А ну не бегать. А чё не падаем? Во, молодец. Хм. Так, ну идем тем же путем. Ловушка активирована. В теории можно заманить сюда одного из боссов и сжечь таким вот образом. Но сожжем его таким вот образом. Так, и где же второй сидел? А, не понял. Они одноразовые? А где мои руны? Я, главное, прицелился на него, но понятно, где-то сидит под потолком один. А второго не вижу. Понятно, они все-таки одноразовые. Это хорошо. Весьма. Ну давай, спускайся. Он под щитом, что ли? Холодом? Может быть. Ага, эта атака очень опасная. Так, помирай потихоньку. Апс. А, ну серьезно. Ну, есть плюсы. Он остался один. Нигде подъемов нету. Эй! Эй-эй-эй! Вы чё? Фига себе, сговорились что ли?
Закройся. Так, и гниль. Но перед этим лук. Где он? Ай. Нет, лук это плохая идея. Надо сразу фигачить его тем, что есть. Почему я там ни на какую платформу на вторую не упал? Или она только с одной стороны? Хотел называться убить глиста древа внизу. А в итоге помираю уже который раз от первого босса. Просто падая. Зря. Ладно. Герой окраин. Интересно, я добегу? Да, добежал. А дальше? И дальше добежал. И погнали теперь туда. Следующий. Окей. Дальше. Нет, заманить? Нет. Не хочу. Блин, конечно, 4000 потерял. Эй, спускайся давай. Отходим. Покричи мне давай. Может, упадешь? Ой, короче, давай помирай. Давай, давай, все, молодец. Умничка. 1000? А, там 4000 где-то было. О, тихо, не падать. Спуск здесь, и здесь нету спуска, правильно? Я здесь помирал, получается, поэтому...
Всю ману потратил. Ладно. Значит, спускаемся здесь. Не видно ни шиша. Факел, факел, факел. Вместо вот этого. Тяжелое снаряжение. Не влезает факел. Отлично. Требуется вниз. Ну, раз требуется, погнали вниз. Оу. Оу. Я думал, это... Я думал, это гниль. Типа как вариант. О, только не говори мне, что под этим... Нет, под мостом нету еще одного. Вот это был бы прикол. Так, ну я здесь уже был. А здесь я падал. Угу. То есть один проход сюда. Окей. Подъемник. Вот это поворот. Я еду вверх. Это хорошо. Не знаю. Еду к тому типу, который здесь как раз стоял. И я как раз таки задавался вопросом, как сюда попасть. Вот так сюда попасть. Очевидный ключ. Не вижу смысла с тобой сражаться. Тут что, безопасная зона? Ха. Серьезно? Вот тут безопасная зона в углу? Вряд ли я заблокирую урон. Вау. Интересно. Где мой лук? Ха. У меня такое ощущение, что отсюда можно расстрелять. Можно ли вообще, конечно, эту... Какой-то непонятный звук. Нет. Это вряд ли. Так, окей, как отсюда выбраться теперь? Побежать за... Я не успею. Наверное, можно здесь спрятаться. Тоже. Да, вполне. И теперь она будет ездить туда-сюда? У-у-у. Я ее отправил вверх. Хорошо. Так, мне же дальше тут вниз. Угу. Так, вы меня нынче не напугаете. Мне куда? Дальше вниз? Блин, она едет. Ага, вижу. Оно едет. Окей. И тут вроде бы босс. Да. Отлично.
Так, инвентарь. Восстановить ману нечем. Увеличить всякое. О, стойкость от огня. Повышает иммунитеты. Это что делает? Создает все... В разную ударную волну тратит ОК. Угу. Тратит ОК. Предметы, святые тоже тратят. Обмазки мне не понадобятся. Можно попробовать... Что? Сейчас будем его убивать. Этим. Создать предмет могу. Ядовитый, усыпление, всякие обмазки, стрелы. Это понятно. Это хорошо. Повышает общий иммунитет. Мне бы от огня, по-моему, оно огнем, да, верно? Да. Это съесть и вперед. Ну что ж, привет, глиста. Ну вот. Так, меня схватили. И на мне какое-то проклятие? Меня опять схватили. Что происходит? Нет, после такого я уже не выживу. Так, глиста. 1-0. Теперь у меня появится мана. И я ей воспользуюсь. Только каким образом? Может, реально попробовать его гнилым дыханием зафигачить. Просто посмотреть, успею ли я. Да. Да? Да. Погнали. И нужно бы забрать свои копейки. Ха. Ау. Интересная глиста. Ай. Да, я его гнилью покрыл. Как насчет кровотечения? Особо не заметил. Нифига себе. Опять он своим присутствием мне что? Не понимаю нифига. Так, ну я его отравил. Он все это время... у него хпшки того. Мне просто не хватило... хп. Щит и кровопотери. Мой щит сейчас хорошо справляется с этим делом.
Успокойся ты, Листа. Нифига себе достает. Да хватит. Кстати, тут можно на помощь призвать кого-то, оказывается. Я нифига не вижу, что происходит. Я его всего лишь ополовинил. Мне не хватает фляжек. План Б, который в первый раз я попробовал, это его отравим гнилью, а потом уже расчленяем, как можем. Нет, это ж не то. Я заблокировал. И это блокируется. И это слегка блокируется. А вот это нет. Отлично. Осталось дождаться, пока он умрет. Хе-хе. Фух, хорошо. Золотое семечко и Олег, рыцарь-изгнанник. Угу. Вот такие вот дела. Ха. Это что? А. Это 1400 моих рун. Ура! Прошли. Хм. Вот такое вот было гнилое дыхание. Это тема. Так, инвентарь. Что там за Олег? Вот это, да? Это будет 100 маны. Олег. Так, горского праха используйте. Так, он был одним из двух рыцарей. Прозванных крыльями бури. После изгнания он привлек внимание повелителя, дарующего благодать. А позже Олег стал его правой рукой, убил сотню предводителей и заслужил звание героя кладбища Древа Эрт.
Крыльями бури, крыльями бури. Угу. Самые крутые рыцари, походу, тут. Можно призывать их. Так, 16400. По статусу у меня сколько? У меня хватает на один уровень. Вау. А я могу отсюда телепортироваться? Внезапно да. Куда отправимся в следующей серии? Или отправимся чуть-чуть можно и сейчас? У меня тут две пещеры незачищены были. Хочу отправиться сюда. Быстренько лесную пещеру посмотреть. И катакомбы под скалой. И на этом будем заканчивать. А, и надо прокачаться. Так, качаем интеллект. О, да. 100 интеллекта. Отлично. Дальше будем качать веру. Пойдем. Посмотрим, что тут. Надеюсь, там не слишком темно. А, точно. Тут, по-моему, пещера с волчатами. Окей. Не проблема. Нынче особенно. Эй, собачки. Выходи. По одному. Ладно. Так, класс. Зачем я трачу стрелы? Кто мне объяснит? Треснувший горшок. Смогу больше делать всякого. Еще собачки. Тихо-тихо. Светящийся камушек. По-моему, тут еще была собака сейчас. Нет? А, это было понятно. А, я хочу сделать вот так. О, песель. Что тут дальше в пещере? Босс? Ладно. Босс так босс. Вот теперь можно спокойно с ними сражаться. Так. Посмотрим, кто там. Зверочеловек из Фарума Зулы. Окей. Талисман огненного дракона. Ну ладно, просто затыкали. Что еще тут выдумывать-то? Здесь больше ничего нету, правильно? Угу. Талисман, это сюда. Угу. Повышает сопротивление огню. Талисман с изображением древнего дракона красного цвета. Повышает сопротивление огню. А древние драконы... привившие в доисторическую эпоху, правившие в доисторическую эпоху еще до начала эры древа Эрт, защищали своего повелителя, как стена из живого камня. Со временем образ дракона стал универсальным символом защиты. Понятно. Окей. Тут до всякого древа были драконы. Как и во всяких Dark Souls'ах, драконы жили до всяких древ. Понятно. И хочу вот эту пещеру посмотреть.
Так, сюда я тогда не пошел, по-моему, потому что тут сидели эти каменные... О! Истинная смерть, возвращение к древу Эрт. Набери терпение, однажды ты услышишь зов корней. Так. Здесь, по-моему, стоит один. А, так, погоди-ка. Я тут был, но не пошел вон туда. Ага. Все, ок. Давайте спускайтесь. О-о-о. Могильное что-то там. Да не бойся ты. Могильный ландыш. Вот это хорошая пещера. Опять с огоньком. Я даже этот огонь выдерживаю. Я тебя услышал. Я забыл семечку активировать. Вот что нужно было еще сделать. Говорящая голова, привет. Ух ты. Это в предметах? Сюда, типа. Так, произносит слово привет. Ну-ка. Я его просто брошу. Проверим, насколько разница между дарков. У, прикольно. Так, туда. Там вроде ничего нету. Кроме надписи теперь. Угу. Лестница. Привет. Ау. Нет, не привет. Ребята, успокойтесь. Да сколько вас тут? Серьезно? Окружили да убили. Так нечестно. Что тут вообще было? Ландыш? Зачем я туда пошел? Так, окей. Ах, вы мелкие демонята. Сейчас получите свое. Сейчас опять через огонь бежать. Оу. Ясно. То есть если я... Фигово. Ну давайте, сласти. Оу. Хм, ясно. А есть ли смысл? Странно, мне показалось, их тут больше. Я наношу урон быстрее. Мелкие паразиты.
Тут должен быть рычаг. Что-то намного больше подземелья, чем мне хотелось. Здравствующих вельмож. Ух ты. Короче, можно бомжей призвать. Стоп. Тут не было прохода нигде. Угу, значит, мне спускаться сюда. Ага, а вот рычаг. Мне надпись не давала ударить. Сколько тут народу померло. Окей. Погнали на босса. Гниль наша все. Кто бы тут ни был. Цербер, кладбище, древо Эрд. Это кошка. Прикольно. Ух ты, вот это кошечка. Чудо-юдо. Упс. Прикольно. Ау. Я вообще-то хотел... Ладно, я не это хотел сделать, короче говоря. Надо было просто огнем фигачить. У меня больше нету маны. Ладно, давай иди сюда. Цербер. Прах высокородного чародея. Окей, собрали коллекцию праха. Это свечка. Хотел свечку подобрать. Отлично. Давношнюю идею выполнили. Всякое сделали. Я хочу сейчас... Что я хочу сейчас? Это телепортнуться сюда, наверное? Не вижу смысла. Я еще вот этот полуостров не оббежал. Весь по кругу. Но и здесь я много чего не посмотрел. Здесь, например... Это кто? Торговец кочевник. А, окей. Этот форт я не зачистил тогда, хотя мог. Вот этому типу, по-моему. Да. Телепортнемся тогда близко к этому форту. И следующую серию начнем с него. Хорошая идея. Ну что ж. На этом пора заканчивать бы серию. Сейчас я увеличу фляжки. Там у меня вроде два семечка появилось. Фляги. Увеличит количество фляг. Да. Увеличено количество фляг. Багровых слез. Распределить. 6-2 пока хватит. Эффективность не могу повысить? Нет. Мне нужны священные слезы какие-то. Так что да, следующую серию начнем с того, что быстренько зачистим этот форт рядышком, который здесь находится. И продолжим изучать дальше карту.
Так что всем спасибо за просмотр. Это была 16-я часть прохождения Elden Ring. Так что увидимся в следующих сериях. Всем до скорых встреч и пока-пока.